не то, что я с Махараджем на одном уровне, мне просто сказали сюда сесть. Поклонность выше, больше ложного эха. I'd like all of you to welcome my god brother Harikartha Prabhu. Я хочу, чтобы вы все поприветствовали моего духовного брата Харикарту Прабху. Hari! Hari! He doesn't like it if I say good things about him. Ему не нравится, когда я его прославляю. I've known him for many years. Но я знаю его уже много лет. But he visited here in Ukraine 15 years ago. Он приезжал в Украину 15 лет назад. He came with his wife. Вместе со своей женой. He's still with his wife, but she's not traveling. Он по-прежнему живет со своей женой, просто она с ним не путешествует. Half saffron, half white. Half saffron, half white. Да, и я ношу ядер, поэтому наполовину белое, наполовину такое. Еще не определился. After how many years? После скольки лет еще не определился? Yeah. 42 years. Married 42 years. 42 года. I think he decided. Я думаю, он уже определился. He's at a stage now where contemplating. Сейчас он на таком этапе жизни, когда он размышляет. Not the objects of the senses. Не размышляет, не медитирует на объектах чувств. Contemplating getting more deeply involved in rescuing fallen souls. Думает о том, как больше погрузиться в спасение ваших душ. But he's always been involved. Но он всегда был вовлечен. And, at least since I've known him. По крайней мере, сколько я его знаю, всегда так было. Even though he's a family, raised five children. Даже хотя он семейный человек и вырастил пятерых детей. He was always going out and preaching. Он всегда выходил на улицу и проповедовал. Particularly he likes to distribute books. Особенно он любит книги распространять. Even when he's traveling now, he likes to go out with some devotees and distribute books. И даже сейчас, когда он путешествует по миру, он очень любит выходить на улицу с преданными и распространять книги. He's been doing that since I've known him. Since what? How long have I known him? About 25 years. Он делает это вот по крайней мере все годы, сколько я его знаю. But he's been distributing books for 45 years. Уже где-то 25 лет я его знаю, а книги он распространяет уже 45 лет. Это рекорд. Если бы я жил в холодной стране, как здесь, я не знаю, распространял бы я свои книги. 45 half years. Я бы во Флориде живу. Я живу во Флориде, там тепло. I have many god brothers. И у меня много таких духовных братьев. I was just with my god brother Trey Prabhu also. Как раз недавно мы были вместе с моим братом. Он приезжал в Киев на 5 дней. He's been distributing books for over 45 years. Он распространяет книги уже больше 45 лет. And he was my temple president. Он был моим президентом храма. When I first joined the temple. Когда я только присоединился. And he's the one who recommended me to Srila Prabhupada for him to become his disciple. И он рекомендовал меня для посвящения у Шрилы Прабхупады. And he's still preaching. Он по-прежнему проповедует. Going out distributing books. Выходит распространяет книги. In fact, he told me just last week he went out and was distributing books just before coming to Kiev. Как раз на прошлой неделе он говорил мне, что прямо перед поездкой в Киев он выходил на улицу. He has a preaching center in Bologna. Он руководит проповедческим центром в Болонье, в Италии. Although he was born and raised in America, he moved to Italy. Хотя он родился и вырос в Америке, он переехал в Италию. He learned the language. Выучил итальянский язык. And has been
very actively preaching there ever since he went there. И с самого переезда туда он стал активно там проповедовать. And I oftentimes attribute the fact that I'm still here in Krishna consciousness. И тот факт, что я до сих пор в сознании Кришны, я часто отношу к тому, что... Because Prabhupada wrote in his letter to Tridas and told Tridas to take good care of him. Я как раз ему этим обязан, потому что Прабхупада написал письмо Трайдасу, и в этом письме он написал, чтобы он позаботился обо мне. So I consider that I have a very deep debt to Trida Prabhu. И поэтому я считаю, что я очень многим обязан Трайдасу. I consider the fact that I'm still here because he took care of Prabhupada's instructions seriously. И я считаю, что я до сих пор здесь, в этом движении, потому что он очень серьезно отнесся к наставлению. И хорошо позаботился о мне. So I still visit him every year. Поэтому я до сих пор каждый год приезжаю к нему. Just to pay my debt to him. Просто чтобы отплачивать ему свой долг. To render some service. Чтобы как-то послужить ему. And it's so wonderful to see devotees who have been steadily serving Prabhupada's missions for half a century. И это так прекрасно видеть преданных, которые стабильно служат миссии Прабхупады уже половину века. It's an example that should be what's the word I'm looking for? Looking for another word when you advertise something. That's okay. Not coming to my mind. But it's an example that should be so shown to others. We oftentimes emphasize the point that we need examples. Sometimes it's very difficult, and we have to have hope that it's possible. Потому что подчас бывает очень трудно в духовной жизни, и нам нужна надежда, что это возможно. Especially when we hear about the journey back home, back to Godhead. Особенно когда мы слышим о возвращении домой, к Богу. And the qualities that we should be developing as we make progress along that path. И когда мы слышим о том, какие качества нам нужно развить на этом пути. And we examine our own obstacles on the path. И когда мы смотрим на те препятствия, которые стоят перед нами на этом пути, we examine our own lack of all the qualities which should be becoming manifest. Когда мы видим, скольких качеств нам еще не хватает, we may sometimes lose patience. Из-за этого иногда мы можем терять терпение. We may sometimes doubt. Иногда можем начать сомневаться. Doubt the process. Сомневаться в процессе. Or doubt our own ability to make progress. Или в своей способности прогрессировать. Doubt our own sincerity. Можем сомневаться в своей искренности. This is anishtata bhakti. Все это anishtata bhakti. Anishtata bhakti means there's no firm conviction, we're still unsteady. Anishtata bhakti означает, что нет твердой убежденности, мы по-прежнему нестабильны. But if we have the association of devotees who are steady. Но если у нас есть возможность общаться со стабильными верующими, who can share their realizations, their faith and example. Которые могут делиться с нами своими реализациями, своей верой и своим Vishwanath Chakravarti Thakur explains in Madhvaya Kundamani. Vishwanath Chakravarti Thakur объясняет в Мадхвая Кундамани. That to go from anishtata bhakti to nishtata bhakti, which is unsteady devotional service, to steady devotional service. То для того, чтобы перейти с анишхита бхакти к нишхита бхакти, то есть с неустойчивого преданного служения. The transiting point of transiting is nasta prayushu abhidheshu nityam bhagavata sevya bhagavadita mishloki bhakti bhagavati nishtiti. Regularly hearing Srimad Bhagavatam and serving the devotees. Ключевой аспект в этом — это регулярно слушать Шримад Бхагаватам и служить преданным. That's how we transit from anishtita bhakti to nishtita bhakti. Именно так мы совершаем этот переход с анишхита бхакти к нишхита бхакти. So if we still see ourselves unsteady in our execution of devotional service, и если мы по-прежнему видим, что мы нестабильны, then the medium for bringing us to steady devotional service is regularly hearing the glories of the Lord in the association of devotees. То средство, чтобы мы могли перейти к стабильному преданному служению, это
регулярно слушать о славе Господа в обществе преданных и служить преданным. So it is very important to have examples. The word I was looking for is showcase. To show. Поэтому очень важно иметь такие примеры, это вот такой кейс, который мы можем показать. To showcase examples. То есть примеры, образцовые примеры. I put it here to showcase an example. И вот я как раз привел пример как, так сказать, кейс, который можно показать, образец. Somebody who's been married for 45 years. Человек, который женат 45 лет. Raised 5 children. Вырастил 5 детей. And never faltered in his Krishna consciousness. И никогда не бросал, никогда не оступался в практике сознания Кришны. Очень прекрасный пример. And I feel honored to have him with me. И для меня честь быть рядом с ним. We're going to be traveling together for some days here. Мы еще несколько дней будем вместе путешествовать и проповедовать. And I would ask them also to speak a little bit too. И я попрошу его также немного сказать. And I asked them if he could share the asana with me today, but it's not big enough to. So. Я хотел попросить его сесть рядом со мной на асане, но она слишком маленькая. So he chose to sit there. Я предложил ему, но он предпочел. Actually, he didn't choose to sit there. I told him to sit there. На самом деле он даже не выбирал, сюда садиться. Это я ему сказал, что он здесь. And there's more I could say. We'll read a little something and speak a little something. Сейчас мы немножко прочитаем, и я скажу попроще. I've been reading just the other day. I read 5 verses actually. Как раз на днях я прочитал 5 стихов. I was asked to give Srimad Bhagavatam class, and it just so happened the class was 5 verses together. Меня попросили прочитать лекцию по Шримад Бхагаватам, и так получилось, что там было 5 стихов вместе. And the 5 verses were Narada Muni's description of the qualities of a human being. И эти 5 стихов было описание качеств цивилизованного человека, который дает Нарада Муни. And the list of qualities of a human being are quite startling. И этот список качеств человека, он достаточно удивительный. And when we hear the list, some people might question, well, not only am I not a devotee, but I'm not even a human being. И когда мы читаем этот список, то некоторые люди могут, может возникать в голове вопрос, да, похоже, я не то, что не преданный, я даже еще и человеком не стал. But it's not meant to discourage. Но он не должен нас обескураживать. It's meant to show us that, yes, this is something, we always need something a little bit ahead of us to move towards. Цель не в том, чтобы нас обескураживать, а цель этого списка в том, чтобы показать ориентир, который впереди нас. У нас всегда должен быть этот ориентир. Bhakti means having standards that are always ahead of us, and we can always try and endeavor to move towards those goals. Bhakti означает, что у нас должны быть стандарты, которые немного впереди нас, и мы всегда можем двигаться к этим стандартам вперед. In fact, just today I received a letter from a god sister. На самом деле, как раз сегодня я получил письмо от духовной сестры. Somebody who I had spoken to, I think, to maybe about 6 weeks ago. Я разговаривал с ней где-то 6 недель тому назад. And she has been struggling, and not in her Krishna consciousness, but she's just been struggling. И у нее были определенные трудности в жизни, не в сознании Кришны, но трудности были. She's also never faltered in Krishna consciousness. Она тоже никогда не отклонялась в сознании Кришны. She's married, she raised 2 children. Она замужем, она вырастила детей. And I took the opportunity to speak to her and try to encourage her in her times of difficulty. Но я воспользовался возможностью, чтобы поговорить с ней и попытаться как-то ее вдохновить в трудное время. And she wrote me a letter just this morning. Как раз сегодня утром она написала мне письмо. And in her letter she was said that for the last, ever since I saw her, she's been wanting to write to me to thank me. И в своем письме она писала, что после нашей встречи, и с самой нашей встречи, хотелось написать мне письмо и поблагодарить меня. And she wanted to thank me because I gave her hope.
Она хотела меня поблагодарить за то, что я дал ей надежду. I'm summarizing. Я сейчас вкратце обобщаю то, что она написала. But more or less, I gave her some hope that she could actually continue in Krishna consciousness. Но суть того, что она написала, в том, что я дал ей надежду, что она может продолжать практику сознания Кришны. And that she said, she quoted the verse from Kaviraj Goswami. И затем она процитировала стих Кришнадас Кавираджа Госвами. That the path is difficult and I'm blind, and my feet are slipping again and again. Этот путь сложен, я слеп, и мои стопы снова и снова скользят. And I pray to the saints to grant me the stick of their mercy for my support. И я прошу святых даровать мне милость своей милости, посох своей милости, чтобы мне было легче. Everybody needs some encouragement in Krishna consciousness at some time or other. Каждому человеку на в том или другом этапе его жизни нужна какая-то поддержка в сознании Кришны. Sometimes we can become so consumed by our own attachments and shortcomings that we lose hope. И иногда наши привязанности и наши недостатки так сильно нас захватывают, что мы в них погружаемся и теряем надежду. If we're not careful. Если мы неосторожны. But one thing we should never lose is hope. Но чего мы никогда не должны терять, так это надежда. Devotee is always hopeful. Преданный всегда исполнен надежды. As long as he stays in the association of devotees. До тех пор, пока он остается в обществе преданных. And looks for examples of devotees that can help give them strength during their times of difficulties. И ищет примеры преданных, которые смогут дать ему силы в трудные времена. The most dangerous place to be in is isolated. И самое опасное место — это одиночество. Very dangerous. Это очень опасно. To be isolated and to have only the mind. Быть изолированным и иметь только свой ум. Krishna says, for one who's controlled his mind, it's his best friend. But for one who hasn't controlled the mind, it's his worst enemy. Кришна говорит, что для того, кто контролирует свой ум, он становится лучшим другом, а для того, кто не контролирует, он становится худшим врагом. Sometimes even big preachers in Krishna consciousness. Иногда даже очень большие проповедники в сознании Кришны. They become accustomed to everybody thinking, oh, he's so advanced. Привыкают к тому, что все начинают думать, о, да, он такой возвышенный. And he has to help others and take care of others. И он должен помогать другим, заботиться о других людях. He can become very isolated. И такой человек может стать очень изолированным. That's why I like to travel with my God brothers. Поэтому мне нравится путешествовать вместе с духовными братьями. When I travel with my God brothers, I always feel sheltered. Когда я путешествую с духовными братьями, я всегда чувствую прибежище. I have somebody, if he sees something in me, he'll say, "Hey, Maharaj." О, рядом со мной человек, который, если он что-то во мне заметит, не то он скажет, послушай, Махарадж. Spiritual life is like that, a little inattentiveness. Духовная жизнь именно такова. Малейшая невнимательность на этом пути. Prabhupada says that walking on the path of spiritual life is like walking on a razor's edge. Прабхупада говорит, что духовный путь подобен пути по острию бритвы. To walk on a razor's edge, you could slip and fall at any moment and cut yourself to pieces. Когда вы идете по острию бритвы, по лезвию бритвы, вы можете в любой момент подскользнуться и порезаться. All it takes is a little inattentiveness. Просто немножко внимания вы теряете, и это происходит. So it's very dangerous to be isolated. Поэтому очень опасно быть отделенным, быть изолированным. Because when one's isolated, then all they have is who do they go to for shelter besides their mind? Потому что если человек в изоляции, тогда кому он может обратиться за прибежищем, кроме своего ума? Такова природа отделенности. А если у вас есть только ваш ум, то ум может вас убедить. Да, так оно и есть. И даже невозможно честно на себя посмотреть, потому что ум, он полностью застилает глаза, и мы не видим себя. We need help from other devotees. Мы нуждаемся в помощи от других преданных. And we should, if we have the association of devotees, it gives us hope and it gives us a perspective of how to remain fixed on the path. И если у нас есть общество преданных, оно дает нам надежду и оно дает нам видение, как оставаться на этом пути. So we should be careful never to become so discouraged that it's not possible to make progress on this path.
Поэтому мы должны быть очень осторожны и никогда не терять надежду, что мы можем прогрессировать. And that's why we said that we should always have something, keep something above our heads that we're moving towards. И поэтому мы говорили, что у нас всегда должен быть какой-то ориентир впереди, выше нас, к которому мы движемся. And sometimes keeping something above our heads that we move towards also means keeping ourselves in the association of devotees who can help us in our Krishna consciousness. И иногда иметь такой ориентир выше нас, впереди нас, означает иметь общество преданных, которые помогают нам прогрессировать. Потому что путь сложен. And I'm blind. А я слепый. I can't see. Я не могу увидеть, не вижу. And my feet are slipping. И стопы мои подводят меня. But if we pray to saints, give me the stick of mercy for support. Но если мы молимся святым, чтобы они дали посох милости, чтобы even, опереться на него. Even just praying. Даже если просто мы молимся. Krishna is in our heart. He knows our sincerity of purpose. Кришна в нашем сердце. Он знает искренность наших мотивов. And if he hears our in our heart, if he hears our prayers, please give me someone to help me, rescue me. И если он в нашем сердце и слышит наши молитвы, пожалуйста, дай мне кого-то, кто поможет, кто спасет меня. Association outside the association of devotees is just no shelter. Вне общества преданных нет прибежища. It's only temporary. Только временное. It's illusory. И иллюзорное. And we should see shelter in the association of devotees. И мы должны видеть прибежище в обществе преданных. Although sometimes it's difficult to see shelter in the association of devotees. Хотя иногда трудно увидеть, разглядеть это прибежище в обществе преданных. And if we can't, that's the time to look in our own heart. И если мы не можем этого сделать, не можем увидеть прибежище в обществе преданных, значит, настало время заглянуть в свое сердце. Каковы препятствия в моем сердце? Потому что склонность такова, что если человек не ищет препятствия прежде всего в своем сердце, тогда человек все время будет винить кого-то другого. Вот в нем проблема. We always go outside because we can't fail to look in. Поскольку мы не смотрим внутрь себя, мы все время будем искать вовне. What's outside is a manifestation of what's inside. Но то, что вовне, это проявление того, что есть внутри меня. What creates obstacles for us outside is because we need to be tested inside. И почему возникают эти препятствия вовне? Потому что внутри нам нужно пройти определенные проверки. Because Lord Chaitanya says, if we want to go on chanting all the name of the Lord. Господь Чайтанья говорил, что если мы хотим продолжать воспевать Святое Имя Господа, тогда мы должны воспевать в смиренном состоянии ума, считая себя ниже травинки на улице, лишенными чувства ложного престижа, быть готовыми оказать все почтение другим. И в таком состоянии сознания, киртания садхари, мы можем повторять. Lord Chaitanya said, take this verse, string it on the thread of the holy name of the Lord, and wear it as a garland around our neck for constant remembrance. И Господь Чайтанья сказал, возьмите этот стих, нанижайте его на гирлянду святого имени и постоянно носите на своей шее, чтобы всегда помнить о нем. This is constant remembrance. Это значит постоянно помнить о нем. Wear it around our neck so that we it's always there, to constantly remember. Yes, this is where I have to start. Носить его на шее, чтобы всегда помнить, чтобы он все время был рядом и чтобы все время помнить. Да, вот с этого мне надо начать. Tree, if a tree is drying up, it won't ask anybody for water. Даже если дерево засыхает, оно ни у кого не попросит воды. And if somebody comes and breaks the branches of the tree won't complain. И если кто-то приходит и ломает ветки дерева, оно не будет жаловаться. Tree will still give shade to anyone who comes and takes shelter. Дерево по-прежнему будет давать прибежище каждому, кто придет, чтобы укрыться в его тени. More tolerant than a tree, Lord Chaitanya. И надо быть терпеливее, еще более терпеливым, чем дерево, говорит Господь. That's a tree's tolerance. Это терпение дерева. But we should become more tolerant than a tree. Но мы должны стать еще терпеливее, чем дерево. And then Lord Chaitanya also goes on to explain that a devotee never if someone mistreats him, he never seeks revenge. И далее Господь Чайтанья объясняет, что если кто-то плохо обходится с преданным, то преданный никогда не мстит. This is one of the qualities of a devotee. И это одно из качеств преданного. Being tolerant in a tree.
быть терпеливым, как дерево. And he never seeks revenge, because he sees himself to be lower than a star in the street. Он никогда не хочет отомстить никому, потому что он считает себя ниже травы на улице. Sometimes people have this illusory conception that if I have to think myself lower than a star in the street, I lose my self-esteem. И иногда у людей есть такие иллюзорные представления, что если я буду считать себя ниже травы на улице, тогда я потеряю чувство собственного достоинства. Но мне надо быть кем-то побольше, чем просто травинка на улице. Если я буду считать себя ниже травы на улице, то откуда я буду брать мотивацию? But if we examine pastimes of Lord Chaitanya in association of his devotees. Но если мы проанализируем игры Господа Чайтаньи в обществе его преданных, we see the quality that attracts the Lord most to his devotees is their humility. Мы увидим, что качество, которое больше всего привлекает Господа в его преданных, это смирение. When Rupa and Sanatana came before Lord Chaitanya with straws in between in their teeth. Когда Рупа и Санатана предстали перед Господом Чайтаньей с травинкой в зубах, соломинкой, и они сказали, нет никого более падшего, чем мы. Господь Чайтанья сказал, ваше смирение разрывает мое сердце. He reaches down and lifts up devotees because of their humility. Он опускается к преданным и поднимает их из-за их смирения. Recently somebody gave me this murti of Lord Chaitanya. Недавно кто-то дал мне мурти Господа Чайтанья. And I generally travel everywhere with him. И обычно я теперь путешествую повсюду. Although I'm traveling really light this week, so I left him with somebody in Kiev. Хотя на этой неделе я путешествую налегке, поэтому я оставил его в Киеве с преданным. Under somebody else's care. Под присмотром преданного. But it's a murti of Lord Chaitanya with Haridas Thakur. Но это мурти Господа Чайтаньи с Харидасом Такуром. And Lord Chaitanya is embracing, pulling Haridas Thakur towards him. Господь Чайтанья обнимает Харидаса Такура и прижимает его к себе. Haridas Thakur has his hands on Lord Chaitanya's chest, pushing. Харидас Такур вот так вот руки на грудь Господа Чайтанья поставил и старается воспрепятствовать ему. I'm not qualified. Нет, я не квалифицирован. Why are you doing this? Зачем ты это делаешь? I'm not qualified. Я не квалифицирован. So Lord Chaitanya would greet Haridas. Вот так Господь Чайтанья относился к Харидасу. Haridas Thakur felt himself to be so unqualified. А Харидас Такур чувствовал себя неквалифицированным. He wouldn't go to the Jagannath temple because he considered himself to be unqualified. Он не ходил в храм Господа Джаганатхи, потому что считал себя недостойным. But every day Lord Chaitanya would go, who's Jagannath himself, and lift up Haridas Thakur and embrace him. Но каждый день Господь Чайтанья лично, а Господь Чайтанья это сам Джаганат, он лично подходил к Харидасу Такуру и обнимал его. One time Lord Chaitanya appeared in Puri. Однажды Господь Чайтанья пришел. And all the devotees were there in front of him. И все преданные стояли перед ним. And off in the distance was Haridas. И там на каком-то расстоянии в отдалении стоял Харидас Такур. He was lying flat like a rod. Он лежал на земле подобно палке. He felt himself to be too unqualified to approach the Lord. Он считал себя слишком недостойным для того, чтобы приблизиться к Господу. But Chaitanya immediately went over to Haridas. Господь Чайтанья сразу же подошел к Харидасу. Haridas, he lifted him up and held him in his embrace. И он поднял его и обнял. It's a quality that attracts the Lord. Это качество, которое так привлекает Господа. It's not a question of losing self-esteem. Поэтому тут нет и речи о том, чтобы потерять чувство собственного достоинства. How can you lose self-esteem? Как можно утратить собственное достоинство? When you're manifesting qualities that are very dear to the Lord. Если вы проявляете качества, которые очень нравятся Господу. They're very dear to devotees of the Lord also. И также очень дорогие преданным Господу эти качества. This is how to get attention. Вот как можно привлечь к себе внимание. Generally, the method we employ is with pride is to get attention is by pushing ourselves forward. Обычно из-за гордости мы используем такой метод, чтобы привлечь внимание, мы себя выставляем вперед. By trying to demonstrate the special qualities that we see in ourselves. Пытаясь показать особенные качества, которые мы сами в себе видим. I want others to see the special qualities. Я хочу, чтобы другие увидели эти особые качества.
how advanced I am. Какой я продвинутый. How much of a taste I have. Сколько у меня вкуса. How much of a servant I am. Какой я слуга. We push ourselves forward for recognition. Мы себя продвигаем вперед, чтобы другие нас признали. But just see, I tried to get Adhikarta Prabhu to sit here. Посмотрите, мне пришлось заставлять Адхикарта Прабху сесть. He didn't want it. Он не хотел это. He was disturbed by it. Его это беспокоило. I had to push it. Мне пришлось настоять на этом. It's attractive. И такое качество привлекает других. Это качество преданного привлекает других. And this is what attracts not only devotees, but attracts the Lord. И это качество привлекает не только других преданных, оно привлекает самого Господа. And the devotees are always endeavoring. The Prabhupada even used to quote Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И преданные всегда стремится. Шрила Прабхупада цитировал Бхактисиддханту Сарасвати. That we should render service, not we should render service in such a way, not that so we see the Lord, but so that we're seen by the Lord. Мы должны служиться Господу не так, чтобы мы смогли его увидеть, а так, чтобы Он захотел увидеть нас. Devotee wants to get the Lord's attention. Преданный хочет привлечь внимание Господа. But what gets the Lord's attention? Но что привлекает внимание Господа? We always quote the verse Prahlad Maharaj. Мы все время цитируем слова Прахлады Махараджа. Who speaks to his friends? Который сказал своим друзьям. That if you want to get the attention of the Lord, если вы хотите привлечь внимание Господа, it's not by austerities. Это невозможно сделать с помощью аскез. It's not by great sacrifices. С помощью больших жертвоприношений. It's not by becoming an expert Brahmin. И невозможно привлечь внимание Господа, став опытным Брахманом. It's not by becoming advanced and educated. Vast learning, и не проявляя изысканный этикет или большую ученость. It's not by chastity. Невозможно привлечь внимание Господа целомудрием. It's not even by accepting vows. И даже принимая какие-то обеты. That's not what gets his attention. Нет, не это привлекает Господа. Krishna's pleased when one has devotion. Кришна доволен, когда у человека есть преданность. And without devotion, everything else is a show. А без преданности все остальное это показуха. Devotion is what attracts the Lord. Преданность — это то, что привлекает Господа. And Lord Chaitanya has given us the formula. И Господь Чайтанья дал нам формулу. Not only did he give the formula through his instructions in his shikshastika prayers. Он дал эту формулу не только в своих наставлениях, молитвах шикшаштаки. But he decided to come and to teach by his own example. Но он решил прийти и учить своим примером. Because everybody needs an example. Потому что все нуждаются в примере. In Kali Yuga, he had to come and teach by his example. В Кали-югу он вынужден приходить и учить своим примером. And therefore, by his own example, he taught how to be a devotee. И поэтому на своем примере он учил, как быть преданным. Although he's the supreme personality of Godhead himself. Хотя он сам верховная личность Бога. He decided that I'll have to come and teach by my example. Он решил, я должен прийти и учить людей своим примером. Of course, at first he manifested some arrogance. Конечно, поначалу он проявлял определенное высокомерие. But that was his pastime. Но это были его игры. That was, he had a purpose he had to fulfill. У него была определенная цель, которую он хотел достичь. He wanted to attract everyone to his mission. Он хотел привлечь всех к своей миссии. And when he appeared in Navadvip, it was the center of learning. И когда он явился в Навадвипе, которая была центром учености, там все были гордыми. Proud of their Vedic knowledge. Люди гордились своим знанием Вед. Proud of their study of the Shastras. Гордились своим знанием Шастр. And because they were so proud, instead of speaking about the glories of devotional service in their talks. И из-за этой гордости, вместо того, чтобы в своих выступлениях говорить о славе преданного служения, люди собирались просто, чтобы поспорить. Потому что они хотели доказать, показать свою ученость. Вот посмотрите, как много я знаю. Я тебя разобью в споре. С помощью этого. И поэтому люди спорили и приводили аргументы. And they would get into arguments all the time with each other on Shastra. И постоянно на основе Шастры они вступали в эти диспуты, споры. But no bhakti. Но никакого бхакти там нет. No devotion. Никакой преданности. So Lord Chaitanya had to come
and become a better scholar than they were. И Господь Чайтанья должен был прийти и стать еще лучшим ученым, чем были они. And therefore, his early pastimes in Navadvip were meant to attract the scholars. Поэтому его ранние игры в Навадвипе были предназначены для того, чтобы привлечь ученых. He would show them how he was a better logician and a better debater than they were. Он хотел показать им, что он превосходит их в логике и в спорах. And everybody was defeated by him. И он разбивал всех и каждого. Even the devotees who came before Lord Chaitanya to assist him in his lila got defeated by him. И даже преданные, которые пришли, появились на свет раньше Господа Чайтаньи, чтобы помогать ему в его лиле, даже их он разбивал вскоре. And they would even say, Nimai is so beautiful, so attractive, so learned. И они говорили, Нитай такой красивый, Нимай такой красивый, такой ученый, такой привлекательный. There's only one thing missing. Не хватает лишь одной вещи. If only he would become a devotee. Если бы только он стал преданным. They would pray in that way. Они молились об этом. If he would become a devotee, we would follow him to the ends of the earth. Вот если бы он только стал преданным, мы пошли бы за ним на край света. But meanwhile, while he was manifesting his arrogant pastimes. Но пока он проявлял свои игры высокомерия, они убегали от него. Because Gadadhar Yuva one time said, when he approaches me on the street, he comes just like a tax collector. Gadadhar однажды сказал, что когда Нимай подходит ко мне на улице, он подходит ко мне как сборщик налогов. He stops me and won't let me go. Он останавливает меня и не отпускает. Go ahead, try to defeat me. Ну-ка давай, попробуй меня переспорить. Wouldn't let him go. Не отпускал его. He's trying to run away, and Lord Chaitanya would catch him. Он пытался бежать, а Господь Чайтанья хватал его. So the devotees, of course, they avoided. They attracted, but they avoided getting into arguments with him. Конечно, он привлекал преданных, но преданные старались не вступать с ним в споры. But all the scholars became very attractive. I want to study. Но все ученые очень сильно привлекались к нему. Они говорили, да, я хочу у него учиться. Он открыл свою школу, у него были ученики, и все хотели у него учиться. That was his past. Это были его игры. It's not that we should imitate. И это не так, что мы должны имитировать. And say, oh yes, let me become successful by becoming arrogant first. И думать, ну да, я тоже добьюсь успеха, и вначале я буду проявлять высокомерие. Let me get into arguments with all the devotees. Я тоже буду так делать. Сначала я буду спорить со всеми преданными. Let them see how great a scholar, how learned I am, how much I know of Shastra. Пусть посмотрят, какой я великий ученый, как много я всего знаю, как хорошо я знаю Шастры. And then become proud of my knowledge. И я буду гордиться своим знанием. Prahlad Maharaj says, no, it's not by any of these things that you're going to awaken attraction of the Lord. Prahlad Maharaj говорит, нет, ничем из этих вещей не привлечь внимание Господа. It's not by becoming expert in Shastra. Нельзя привлечь внимание Господа, став знатоком Шастры. Bhagavat Vakti Nasi Jati Shastram Japastapa Apranasi Vedegana Mandalam Lokaranjana. If a person is devoid of bhakti, even if he has takes birth in a great family or nation, если человек лишен бхакти, то даже если он рождается в великой семье, в великой стране, even if he's expert at chanting all kinds of Vedic mantras, даже если он сведущ в повторении всех ведических мантр, even if he's very good at performing austerities, даже если он очень суровый аскез может совершать, even if he's very learned at shastra, даже если он очень хорошо знает шастры, they're all like ornaments on a dead body. Все это подобно украшениям тела мертвеца. They simply serve the concocted pleasures of the general populace. Все это служит лишь выдуманным измышлением наслаждения широкой массы людей. What differentiates the devotee is that he's humble. Но что отличает преданного, так это то, что преданный смиренен. All good qualities automatically become manifest. И все хорошие качества проявляются автоматически. Because he's humble to superior Vaishnavas. Потому что он смиренен по отношению к старшим Вайшнавам. He's humble in his dealings with others and respects others. Он смиренен в своих отношениях с другими и он уважает других. He never tries to cause pain or cause harm to others.
Он никогда не пытается причинить боль, причинить вред другим. These are some of the qualities of a human being. На самом деле, это одни из качеств, это некоторые из качеств обычного человека. I said I was going to start by reading some of the qualities of a human being. Я сказал, что я начну лекцию, прочитав некоторые из качеств человека. But we can move into that list of qualities maybe tomorrow. Но может быть завтра перейдем к этому списку качеств. But these are just some of the qualities that, well, there's 30 qualities. Но это некоторые из качеств. Всего этих качеств 30. Which include truthfulness, они включают в себя правдивость, austerity, аскетизм, never causing pain or harm to others, никогда не причиняет боли, беспокойств другим, cleanliness, чистота, mercifulness, милосердие. These are all the Narada Muni is describing to Yudhishthira Maharaj, the qualities of what human life is about. We'll read them tomorrow. Narada Muni описывает. But you can read them. Это качество, которым должен прийти человек. Это означает человеческая жизнь. But all these qualities, Prabhupada oftentimes would say, yes, yes, ti bhakti bhagavat chikinchana, savai gunai stacha samasate sara. That all the good qualities of a demigods will automatically manifest in one who is devotion. Но Прабхупада говорит, если ясти бхакти бхагават акинчина, все хорошие качества полубогов автоматически проявляются у преданного. And our acharyas give many, many different examples of persons who had terrible qualities. И ачарьи приводят много разных примеров людей, у которых были просто ужасные качества. But just by their association with a devotee with good qualities, they developed all good qualities. Но просто благодаря общению с преданными, у которых были хорошие качества, эти люди также развили все лучшие качества. Just by association. Просто благодаря общению. Many stories are there in the Shastras. В шастрах много таких историй. Rather than endeavoring to develop all these qualities separately, вместо того, чтобы стремиться отдельно развить все эти качества, we should maintain hope. Мы должны сохранять надежду, that these qualities will manifest by remaining in the association of devotees. Что эти качества проявятся, если мы будем оставаться в обществе преданных. And gradually we'll see how they manifest. И постепенно мы увидим, как они проявляются. Sometimes it's a little painful. Иногда это бывает немного болезненно. Sometimes it hurts a little bit. Иногда это немного больно. The cleaning of the heart is can be a little bit of a painful process. Очищение сердца может быть немного болезненным процессом. Our attachments sometimes become broken in a way that наши привязанности иногда разрушаются. Krishna is expert. Кришна очень умел. He knows how to bring his devotees closer to him. Он знает, как привести своего преданного ближе к себе. Yeah, because he's in the heart and he knows what the devotee needs. Поскольку он в сердце, он знает, что нужно преданному. He won't abandon anybody who sincerely calls out his name. Он не оставит никого, кто искренне повторяет его имена. Krishna, from this day I'm yours. Кто искренне взывает к нему. Krishna, I have so many faults. С этого дня я твой. У меня может быть так много недостатков. I have so many attachments. Столько привязанностей. But from this day I am yours. I will never give up chanting your name. Но с этого дня я твой, и я никогда не перестану повторять твои имена. I'll never leave the association of your devotees. Я никогда не оставлю общество твоих преданных. Please accept me in my very fallen condition. Пожалуйста, прими меня в моем очень падшем положении. And lift me from this fallen condition. И возвысь меня из этого падшего положения. The devotee remains hopeful because he's always remains determined. Преданный всегда остается исполненным надеждой, потому что он всегда остается решительным. Конечно, решимости мы учимся тоже в обществе преданных. Я хотел говорить на эту тему, но в итоге я просто представил вам эту тему, только введение в нее сделал. Я также ограничен по времени. And because we have to go to Zaporozhye today. Потому что сегодня мы должны поехать в Запорожье. We've been invited to Zaporozhye for Ratha Yatra. Нас пригласили в Запорожье на Ратха Ятру. But we'd like Adhikarta Prabhu also to say some few words. Но мы хотим, чтобы Адхикарта Прабху также сказал несколько слов. Maybe you can speak for at least 20 minutes. We have time. This time. Would you like to share a few words with the Hare Krishna.
Maharaj. Я просто пытаюсь быть смиренным слугой Махараджа. Because he's much more advanced than I am. Поскольку он намного более продвинут, чем я. And he has performed a miracle here in Ukraine. И он совершил чудо здесь, в Украине. Along with other devotees. Вместе с другими преданными. But he's been very surrendered to coming here. Но он очень сильно предался этой миссии и приехал сюда. And you know, it took a lot of courage, really. И это потребовало от него большой смелости. Because materially Ukraine is not so beautiful. Потому что с материальной точки зрения Украина не такая уж красивая страна. Но люди компенсируют этот внешний недостаток красоты. Другие части этой планеты более привлекательные. Там нет такой холодной зимы, как здесь. И нет такого множества страшных домов, как здесь. Но здесь у людей очень мягкие сердца. So it's, you know, it makes it worthwhile when you meet people who are very cultured and very appreciative of what you're doing. И поэтому оно того стоит, когда встречаешься с людьми, которые ценят то, что ты делаешь. В мире не так много таких мест. So materially, Ukraine may not be very wealthy. С материальной точки зрения, Украина может быть не особо богатой страной. But it's one of the wealthiest countries because it has so many nice devotees. Но это одна из самых богатых стран в мире, потому что в ней так много хороших преданных. And that's much more important than anything else. И это гораздо важнее, чем что-либо другое. I have been in England, in the UK recently. Недавно я был в Англии. And you know, it's a very well-organized country, England. И Англия — это очень хорошо организованная страна. Materially advanced. Материально она очень развита. But the British are responsible for most of the problems. Но англичане несут ответственность за большинство проблем в этом мире. Industrialization. Индустриализация пошла оттуда. A lot of the atheism comes from the UK. Так же, как и атеизм, сюда из Англии. And it's hard to meet nice people there. И там трудно встретить хороших людей. There's a few nice people. Хотя там есть несколько хороших людей. But there's a lot more here. Но здесь намного больше. You do a program there. Когда там проводишь программу, most of the people there will be Indians. Большинство людей, которые приходят, это индийцы. Because Indians are also very cultured people. Потому что индийцы это тоже очень культурные люди. So it's very nice to come here and see so many nice devotees. И очень приятно приезжать сюда и видеть так много хороших преданных. And you know, what I was going to talk about was that Krishna consciousness is a gradual process. И я хотел говорить на тему, что сознание Кришны это постепенный процесс. So you have to be very patient. Поэтому нужно быть очень терпеливым. Lord Chaitanya, he quoted a verse from the Mahabharata and the Shantapava. Господь Чайтанья цитировал стих из Махабхараты, Шантапавы. He said that patience is my father. И в этом стихе говорится, терпение — это мой отец. Forgiveness is my mother. Прощение — это моя мать. Kindness is my sister. Доброта — это моя сестра. Control of my mind is my brother. Контроль ума — это мой брат. The ten directions are my clothing. 10 сторон света — это моя одежда. The earth is my bed. Земля — это моя ложа. And nectarian knowledge is my food. А нектарное знание — это моя пища. So patience is a very important quality. Итак, терпение — это очень важное качество. Because to actually achieve perfection, which is what we're trying to do.
Потому что, чтобы достичь совершенства, а именно это мы пытаемся сделать, it takes time. Нужно время. And even getting a taste of chanting the holy names, и даже чтобы развить вкус к воспеванию святого имени, chanting japa, повторению джапы, it takes time. Нужно время. So, you know, the process is a foolproof process if you follow the process. И наш процесс, он полностью надежный, если мы следуем. You're 100% guaranteed to be successful if you follow the process. Если вы следуете этому процессу, то есть 100% гарантия успеха. But you have to persevere. Но вы должны быть настойчивыми. You have to take it very seriously. Вы должны очень серьезно воспринять это. And if you do that, then you will never be sorry. Если вы сделаете это, то вы никогда об этом не будете жалеть. Materialistic people, they enjoy material pleasures. Материалистичные люди наслаждаются материальными удовольствиями. But at the end of their life, they're completely miserable. В конце жизни они исполнены страданий. But devotees, they may go through some difficulties. Но преданные могут проходить через определенные трудности. But they always know that Lord Chaitanya and Krishna and Srila Prabhupada and their guru will save them. Но они точно знают, что Господь Чайтанья, Кришна, Шрила Прабхупада и гуру спасут их. Because Lord Chaitanya is very kind. Потому что Господь Чайтанья был очень добр. And therefore he in the Shikshastakam he also says that he himself he has no taste for the holy name. И поэтому в Шикшаштаке он говорит, что у него самого нет вкуса к святому имени. Because he's trying to encourage us. Он говорит так, потому что он хочет нас вдохновить. Because in the beginning we may not have a lot of taste for the holy name. Потому что в начале пути у нас тоже может быть немного вкуса к святому имени. Киртан очень прост. Everybody likes a good kirtan. Всем нравится петь киртан. But to chant 16 rounds every day. Но повторяю, 16 без сбоев. That takes a lot of determination. Для этого нужно немного решимости. And sometimes there was an example given by Shiva Ramaraj. In the beginning, when you're drilling in the earth, you're going through the topsoil and it's soft. И мы приведем пример, который приводит Шива Рама Махарадж, что когда вы бурите землю, вначале верхний слой земли очень мягкий. And then after some time you hit the rocks. Но через какое-то время вы упираетесь в камни. And it's not so easy. И тогда уже не так легко. Like Maharaj said, you're faced with your attachments. Как говорил Махарадж, вы видите свои привязанности. And you're living in the material world, and it's easy to take shelter of Maya. И находясь в материальном мире, очень легко принять прибежище Майя. But we have to have faith. Но у нас должна быть вера. That if we keep chanting, we will never regret it. Если мы будем продолжать воспевать, мы никогда об этом не пожалеем. We'll say when we're old, like me. И когда мы состаримся, that we have done the best thing we could have possibly done. Тогда мы будем понимать, что я прожил свою жизнь самым лучшим образом. We'll have no regrets. И ни о чем не будем жалеть. We always feel that, you know, we made the best use of. И мы будем знать, что мы использовали свое тело самым лучшим образом. Because Lord Chaitanya is always very kind. Потому что Господь Чайтанья всегда очень добр. And especially, I think one of the reasons why I've managed to remain a devotee. И одна из причин того, что я смог оставаться преданным. Is, and I think it's the same for any devotee that's been a devotee for a long time, is that we understand the importance of giving Krishna consciousness to other people. И я думаю, что это та же самая причина, которая справедлива для любого преданного, который уже давно в движении. Это причина в том, что мы понимаем важность того, чтобы создавать сознание Кришны другим людям. And for me, you know, because I distribute books, I don't find it difficult to distribute books. It's easy. И я распространяю книги, и мне никогда это не было трудно. Для меня всегда это было легко. But by trying to give the mercy to other people, the way I see it is you're giving out love. Но когда я пытаюсь дать эту милость другим людям, я воспринимаю это так, что я делюсь с ними любовью. You know, we're giving out the love in the form of books. Мы даем людям любовь в форме книг. So when we
meet somebody, we have an opportunity to totally transform their life. Когда мы встречаем человека, мы получаем возможность полностью преобразовать, трансформировать свою жизнь. But even if you can't go out and distribute books yourself, но даже если вы сами не можете выходить на улицу и распространять, if you support the preaching mission, если вы поддерживаете миссию проповеди, then Lord Chaitanya will give you mercy. Тогда Господь Чайтанья даст вам свою милость. Whether you clean the temple, может быть, вы храм убираете, worship the deities, или поклоняетесь божествам, whatever you do, что бы вы ни делали. Because Krishna, the message is Krishna, when he was walking through the Vrindavan forest with Balaram, когда Кришна шел с Баларамой по лесу Вриндавана, he saw the beautiful trees, they were bowing down and offering their fruit. Он увидел прекрасные деревья, которые кланялись и предлагали свои плоды. And then he said, look at these wonderful trees. И он сказал, посмотрите на эти прекрасные деревья. That the serving, we're serving human beings and all living entities by giving them shelter, by giving them shade, by giving them food. Они служат людям и всем живым существам, давая им прибежище, давая тень, давая пищу. So he said, Etavan Jamasapoyam Dehushu Hidenam Prane Ata Diyavacha Sadashrayamacha. He said, it is the duty of all living beings. Он сказал, такова обязанность всех живых существ. It's their duty. He emphasized, you know, the duty. Он подчеркнул, что это долг каждого человека. To work for the benefit of others. Трудиться на благо других. With their words. Используя свои слова, речь. With their intelligence. Разум. With their body. Тело. With their wealth. Богатство. So this is what Krishna wants. Вот чего хочет Кришна. He wants to work for the benefit of others. Он хочет, чтобы мы трудились на благо. And when you do that, you get the greatest benefit yourself. И когда вы это делаете, вы сами получаете огромное благо. That's Lord Chaitanya's message. Таково послание Господа Чайтаньи. That he ordered every person in the universe to preach Krishna consciousness. Он приказал каждому человеку во всей вселенной проповедовать сознание Кришны. And you're much more likely to make it to the end of your life as a devotee if you try to do that. Если вы будете стараться делать это, то у вас гораздо больше шансов остаться преданными до конца жизни. Because you have to feel very fortunate that you're a devotee. Потому что вы должны чувствовать, что вам очень повезло, что вы преданы. Because non-devotees have horrible lives. Потому что у непреданных жизнь просто ужасная. Whether you're in America, or Ukraine, or Japan, живете ли material life is hell. В Америке, в Украине или в Японии материальная жизнь – это ад. They get a little bit of pleasure. А люди получают немного удовольствия. But they get so many reactions. Но они получают за это так много реакций. So we're very lucky to be devotees. Итак, нам очень повезло, что мы преданы. And it gets better and better. И все становится лучше и лучше. You get more and more convinced. Вы становитесь все больше и больше убеждены в этом. But you have to take shelter. Но необходимо принять прибежище. And especially if Srila Prabhupada's books. Особенно прибежище от книг Шрилы Прабхупады. Because when you read the books, you get conviction, you get knowledge. Потому что когда вы читаете книги, вы получаете уверенность, убежденность, получаете. And you develop love for Krishna, because Krishna, when you hear about Krishna, he's lovable. И развиваете любовь к Кришне, потому что когда вы слушаете о Кришне, Кришна на самом деле достоин любви. And you realize yourself how insignificant you are. И вы осознаете себя, вы понимаете, насколько вы незначительны. When you hear about the lives of great devotees, когда вы слушаете о жизни великих преданных, their consciousness, их сознание, you realize you have a long way to go. Вы понимаете, что вам предстоит еще много-много всего пройти. Like when you hear about Sanatana Goswami. Например, когда мы слушаем о Санатане Госвами. When Sanatana Goswami was in Puri, когда Санатана Госвами был в Пури, he had these terrible sores on his body. У него на теле открылись эти страшные язвы. And it was
very difficult for him because when he went to see Lord Chaitanya, ему было очень трудно из-за этого, потому что когда он хотел встретиться с Господом Чайтаньей, Lord Chaitanya would embrace him. Господь Чайтанья сразу его обнимал. And Sanatana Goswami felt so bad because these sores on his body, they smelled horrible. And they were weeping sores. И Санатана Госвами было очень плохо из-за этого, потому что эти раны, язвы на его теле, они источали гной, и они очень плохо пахли. And his feet were being burnt because he had to walk on the hot sand because he didn't walk near the pujaris because he didn't want to contaminate the ones. Он обжег свои стопы, они покрылись волдырями, потому что он вынужден был идти по горячему раскаленному песку, так как он не хотел идти по другой дороге, где его могли бы увидеть в пуджаре. So he had to walk on the hot sand. If you've ever been to Puri in the summer, very hot. Он шел по раскаленному песку. Если вы когда-нибудь бывали в Пури летом, там очень жарко. The Lord Chaitanya kept embracing him. Но Господь Чайтанья обнимал его. And he felt very miserable. И для Санатана Госвами это было очень больно. He wanted to kill himself. Он хотел совершить самоубийство. But Lord Chaitanya, he knew what he was thinking. Но Господь Чайтанья знал, о чем думал Санатана. So he called him. Он успокоил его. And he said, you know, you can't kill yourself. Он позвал его к себе и сказал, ты не можешь убить себя. Well, he wanted to throw himself under the wheel of the Rathyatra cart. Санатана Госвами хотел броситься под колесницу Господа Джаганатхи. Because it said that if you do that, you get liberation. Потому что говорится, что если человек так кончает собой, то он обретает освобождение. But Lord Chaitanya told him, no, you can't do that. Но Господь Чайтанья сказал ему, нет, ты не можешь. He said, if I thought that I could kill myself and get liberation or be successful, I would kill myself hundreds of times. Господь Чайтанья сказал, если бы просто совершив свое самоубийство, можно было бы достичь освобождения, я сам бы уже 5 раз бы это сделал. So he said that actually you and Haridas Thakur are like my little children. Господь Чайтанья сказал, на самом деле ты и Харидас Такур, вы мне как маленькие дети. I'm like your mother. А я чувствую себя как ваша мать. I'm just like the mother sees the stool of the child to be like sandalwood paste. И так же, как мать видит испражнение своего ребенка как сандаловую пасту. I don't know how that works, but... Не знаю, как это происходит, но... I mean, it's natural, because the mother's attached to the child. It comes from her body. Ну, по крайней мере, это естественно, потому что мама привязана к своему ребенку, он часть ее тела. That's good. The Prabhupada said, your children should be your, like your deities. Это хорошо. Прабхупада говорил, что вы должны относиться к детям, как к божествам. So Lord Chaitanya said that you are like my little children. И Господь Чайтанья сказал, вы мне как малые дети. I love you very much. Я очень вас люблю. And so, you know, because I'm so attached to you, I'm like your mother. И поскольку я так сильно к вам привязан, я как ваша мать. And even if the child does something imperfect. И даже если ребенок делает что-то не совсем так, как надо, мать всегда любит своего ребенка. And then he said that your sores to me, your sores smell to me like this very beautiful fragrance called Chatushama. И Господь Чайтанья сказал, что этот гной из ран для меня пахнет как очень ароматная смесь чатушкама. Она очень ароматная и приятная. И затем он обнял Санатану Госвами. И весь гной исчез, все раны исчезли. And then, because we know Sanatana Goswami, he wrote so many wonderful books. Мы знаем, что Санатана Госвами написал много прекрасных, замечательных книг. So Krishna, Lord Chaitanya is always kind. Кришна и Господь Чайтанья всегда добры. So if we try to follow his instructions, если мы стараемся следовать его наставлениям, by
going out and spreading Krishna consciousness or by cooperating with ISKCON. Выходя на улицу и распространяя сознание Кришны или сотрудничая с ИСККОН. Then we will definitely achieve the goal of love of Godhead. Тогда мы наверняка достигнем цели любви к Богу. But you have to be patient. Но нужно быть терпеливым. And that's one of the qualities, the 30 qualities. Это одно из 30 качеств. Another one is satisfaction. Другое качество — это удовлетворенность. Satisfaction is one of the hardest. И удовлетворенность — это одно из самых трудных. To be satisfied with who you are and what you are. Быть удовлетворенным тем, кто вы есть, какой вы есть. To recognize your limitations. Осознавать свои недостатки. And to work in whatever capacity you can. И делать то, что можете. Without aspiring to be something you're not. Не стремясь стать тем, кем не являетесь. And not envying somebody who may be more successful. И не завидуя тем, кто может быть более успешен, чем вы. That's very important. Это очень важно. So, anyway, you're all very good listeners. Так или иначе, вы очень хорошие слушатели. And it's lovely to see you all. И очень приятно видеть вас. And I'll finish the Hare Krishna. Я на этом остановлюсь. Скажите, что мы должны... Киртон? А, в Запорожье. В Запорожье? Не обед, обед. Обед. А потом в Запорожье. И сейчас Киртон. Как это будет обед? Час. Через 10 минут. Короткий.